Доброе утро. Мы проснулись. Или нет, не знаю. Сейчас посмотрим. Но то, что я спать легла в 6 утра. Короче, мы сейчас хотели пойти погулять, дочка. Но мы не пойдем гулять, потому что там такая страшная метель. И плюс у меня опять ячмень. И причем у меня еще вот здесь капилляр лопнул. Вы знаете, меня прям поражают некоторые женщины, которые мне пишут, что мы там какие-то засеры, вызвали клининг-службу, как мы такое могли вообще допустить, чтобы кто-то убирался, а не я. Вот, девочки, вот мне очень жаль, правда, что у нас огромное количество женщин малообразованных. Я просто хочу до вас донести, если вы не знаете, что есть такое, как пылевые клещи, которая водится, размножается в нашей мебели, особенно в мягкой мебели. И самому это никогда в жизни не убрать. Для этого нужно специальное оборудование, которое вычищает это прекрасно и борется вот с этими клещами. Надеюсь, больше вопросов таких дурацких и утверждений каких-то, и оскорблений в мою сторону больше не будет. Вот вы бы просто ради интереса хоть взяли бы и раз... Вызвали клининг-службу, вы бы обалдели, сколько... Да, дочь, в каждой квартире водится вот такой грязик, от которого вообще... Дочь, что разбила? В общем, просто которую грязи вы никогда в жизни не увидите своим зрением. Это только аппарат вычищает это все. Ой, у меня, походу, что-то это... Да надо к врачу завтра срочно.